Я опять тут. Все так. Все, ладно. Писать еще уже не буду. Добрый день. Мир вам, Игнат Тихонович. Так, я. У вас там что-то проблема, да, какая-то возникла? Опять эти все исчезли. Я не знаю, что они так часто меняют. Совсем ничего нет. Там были надписи, а сейчас какие-то точки. Все на 10 раз. Больше часа просидел. А сейчас. Давайте я вам. А уже открыл, я все уже сделал. Получилось? Шереметьево-то. Она опять вернула ту. То, что операции их нельзя сделать никак. Что они меняют так часто, я понятия не имею. Просто закрыто, все, одни точки стоят. Нажимаешь, ничего нету. А вот сейчас. А, все, да, вы изменили. Да. Теперь я не знаю, какие ролики-то, которые я выставил-то, я их не ужимал, но я не буду больше делать. Это ужасно. С полночи начал. Много весит они, да? Ну, много, если я их не ужимал. Много, конечно. Она тянет и останавливается. Модем даже не выдерживает. Ну, смотрите, Игнат Тихонович, да. По тем видео, которые мы засняли, мне нужен только первое, а все остальное мне не нужно. Только первое, у меня все остальное хорошо получилось заснято. Ну да, первое. Мы же четыре. Я дал вам это, получилось? А, вы мне прислали там ссылка, две ссылки. Одна ссылка работает, а вторая нет. А давайте сейчас это, нажмите, пожалуйста, демонстрацию экрана, пройдем, я посмотрю, правильно ли вы настройки выставили. А что настройки-то? Просто я поставил там по вызову, как это говорят там, по запросу. Ну, вот одно видео, все, я до него получил доступ, а второе я не получил к нему. Там написано, нет доступа. Так у нас номер-то какой, мы их не проставили, номера-то. Надо было сразу говорить, какой первый, какой второй. Так нет, я имею в виду, что там-то вы вообще только два мне дали, а мы четыре сняли, правильно? Я три дал. Там, если по ссылке, то там два всего. Ну да, ну-ка сейчас глянем. Сейчас я посмотрю. Как так два? А что-то тут и нету ничего. Вот там выше идите. Нет, тут не взять. Вот я нажимаю, сейчас захожу. Это видео недоступно. Так я посылал-то их в этом, в Ютубе. Нет, я посылал в этом. В скайпе вы посылали. В скайпе, да. Еще она мне не дает. Эту картину ты теперь закрыла все это. А, ну вам надо нажать слева снизу, около, да там два таких квадратика, около него есть беседа, открыть беседу. Открыть беседу. Такой квадратик. А я думал начать демонстрацию. Нет, начать демонстрацию это для меня надо, а чтобы вы сами видели-то. Ну я сейчас не знаю даже, еще тут нажать, где точки стоят или еще. В общем, давайте вначале начнем демонстрацию. Демонстрация экрана справа снизу два. Да, вот я зашел дальше. Начать демонстрацию продлить. Дальше посередине должно быть снизу демонстрация экрана нажать. Ну вот я нажал. Так, все ждем, сейчас у меня появится. Все, начинает появляться. Все такое ненадежное это, потому что тут как бы кабельное было. А у вас не кабельное, что ли? Конечно, нет. Через телефон. Стационар. А там неужели в центре города? В центре города неужели нету кабельного? Я в центральном районе живу около притока Оби. Да, соседи дотянули там кабель-то, а здесь-то нет. Кого спрашивать? Они там, видимо, запрашивают. Ну, это и... Жалко, если бы я там был, это можно было бы сделать. Это нет, все просто. Кому идти, чего идти, ничего не знаешь. Ну вот именно. Так и издалека ты и не передашь. Ну я никуда не вылажу. Ну кому идти-то? Я пришел к ним, они не говорят даже откуда. К тому, к телекому или кому обращаться-то. К телекому надо, вот который у вас есть. Ну я посмотрю, что у вас там есть. Но это. Ну, еще дальше, потому что они там. Так. Вот смотрите, теперь справа, посмотрите, справа где-то есть открыть беседу. Открыть. Около вот этих квадратиков, левее квадратиков. Вот я этих. Нажал. Вот. Так. Вот. Это вот мы как беседовали.
Теперь смотрите вверх, идите вверх, вот крутите вот эту беседу. Ну, Или, ну. А она на месте стоит, тут ничего не крутится. Должна. Вот этот. Справа. Во, 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 во. Вот, вот, да, 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 да. Вот, вот, вот крутите. Ниже, ниже. Так, это уже все. Так выше тогда. И это уже последнее. Да, выше теперь, выше, выше. Вот, 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 вот вы присылали, видите? Вон, 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 вон. Где тройной экран? Доступ по ссылке, вот это вы присылали, видите? Нет, сейчас. Вот, вы тут две ссылки. Ну да, две тогда, там всего было три заряжено, то она третью мотала, мотала. Я просто не буду больше делать. Я хотел как чище, говорят, нет, ужимать да. не надо. Это ничего не будет у меня. Один ролик да, давайте... крутит часов пять, ну что это, смешно даже. Ну так ничего страшного, можно и ужать. Так вот смотрите, по тем, что мы сняли, нужно мне только первое самое. У вас оно первое сохранилось, вот когда мы начали только. Ну а ее номер-то как я узнаю, который первый, который нет? Ну вот его запустить надо и посмотреть, там вот, вот тот первый вопрос, который начался, вот это, вот это надо. Я закачал, видите, от которого у меня на экране-то вы же их не видите. Вот я вижу же у вас. Ну, дальше. Вот я вижу у вас. Видите, две ссылки, видите, там две. Две, да. Остановите там, где вы были сейчас, там, где две ссылки ваши. Вот они, две ссылки. Которые вы прислали. Ну. Да, вот, вот. И вот, верхняя работает, а нижняя не работает. А почему не работает? Вот нажмите на нее. Вот на нижнюю, которая вот на голубом фоне. Ну. Да, вот это, нажмите. Вот, она у вас, видите, работает, у вас. Ну да, вот она отошла. Не да, вам, вот на эти технические вопросы выхожу на вас. Давайте сейчас сделаем ее, чтобы она мне была доступна. Давайте. Ну и как я должен сделать? Есть много вопросов, все, сейчас объясню. Люди мне присылают, и я, там, где вы соответственно, вам хотел бы их задать. Подождите, вы тут на два... Ну тогда начнем. На два экрана говорите. Вопроса. Хорошо. Что делать-то? Я тут выскочил назад. Вот смотрите, если у человека, нет, к примеру, есть подозрение на одержимость. На центр, нажмите на центр. То что может сделать православный священник? Ему да. В центре прям, где я говорю. Вот что сейчас? Остановилось? Ну остановил тут, а чтоб та-то не мешала. Да, так вы сверху закройте, сверху там есть этот крестик, нажмите крестик сверху у этой вкладки. Так, вот нет, не этот, а вот который ниже, левее, ниже. Левее, ниже. А левее, не, 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 ниже. Нет, вот. Право, право. Вот если сейчас ваша голова там нажать. Нет, выше. Ну а выше это общее все выключится. Нет, 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 вы не поняли. Еще вот смотрите, вот где общее, только еще левее идите, левее. Плюсик там, нет, это там нажать, это чтобы нет, открыть новое. Нет, 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 еще чуть-чуть левее, еще чуть-чуть левее. Вот. Да левее тут у меня ничего и нету больше. Не, вот прям около него, вот это то, что открыто, там есть. Крестик. Есть там крестик же? Нету крестика. А вот смотрите, там где ютубовский этот значок, на него правой кнопкой нажмите, и там будет закрыт. Подождите. Внизу, сейчас подождите, проигрыватель, субтитры. Не-не-не, это вы вообще внизу, а надо вот там, выше всего, выше, ну, высоко, там где общее, недалеко от общего. Остановить показ. Можете остановить показ. Ну вот нажал. Нет, это вы остановить показ нажали, мне показ остановили, а не там. Сейчас опять надо. Я опять вернуть ее хотел, она теперь видишь, на центр перенесла все. Смотрите. Опять надо демонстрацию экрана опять сделать. Знаете. Я просто ничего не могу сделать здесь. Оно каждый раз меняет, и не знаешь, куда еще ты. Я боюсь, ткну, она совершенно другое показывает. Теперь как? Демонстрация экрана. Вот на этот. Да, теперь по центру демонстрация экрана. В центре там снизу должно быть. Начать демонстрацию. Опять подождите. Мир вам, Игнатий Тихонович, с вопросами выхожу на вас. Мир. Ну как вы до этого делали? Я это остановил. Теперь что здесь оно идет?
просмотр. Вы теперь мое лицо видите, да? Мое я лицо вижу, по центру. Я вижу ваше лицо и на ней демонстрация. И вот справа, справа снизу, да, демонстрация экрана. Так. Теперь в центру, на, снизу, начать демонстрацию. Начать. Вот, вот, вот. Все. И вот сейчас не торопитесь, сейчас скажу, что надо делать. Любое нажатие меня отбрасывает все время назад. Я вперед никак не продвигаюсь. Она сразу закрывает, я сижу, и надо кого-то вызывать. Вообще ничего нету. Просто погасит пятно огромное, черное. Я до того боюсь трогать. Я хоть что-то могу... Не, не бойтесь. Я... Не бойтесь, сейчас, если боюсь, сейчас... Боюсь, бесполезно уговаривать. Боюсь, у меня паника начинается. Потому что дня 2-3 я не могу зайти. Я не могу поставить ролики. И думаю, все у меня работало. И сунулся я сюда. Я знаю одного, у нас знакомый один. Володя ему помогал, ходил. Ну и он везде суется, куда не надо. И у него не работает. Он взял топор и изрубил вместе со столом. Компьютер и все. Ну не. Да нет, там ничего вообще невозможно, чтобы что-то произошло страшное. Это все вообще решается очень быстро. Я просто, если что, вы мне пишите, я звонить буду и говорить, как это делать. Ничего нет, она меняется даже. Даже заходит, тут у меня пришел здесь. Я до этого смотрел комментарии. Сейчас закрыли, нет, он приехал сюда, программист, очень хороший. И просмотрел, ничего нет. Они говорят, то ли что-то меняет, или что там нету, даже некуда нажать. И комментарии исчезли. Сейчас кто-то где-то там матерится, я ничего не знаю. Я каждый день комментариев 30 брал. Сейчас ни одного нету. Я знаю, там завал идет. И никаким образом я не могу войти теперь в комментарии. Ну вы просто не знаете как, вот именно. А как я войду? До этого колокол был на колоколе. Они там циферка красная появилась. И вдруг исчезла. Стали по-другому. Ну это делать. Да, они меняют. Да. А теперь сделали по-другому. Смотрите. Ну нужно мы пейджмейкер войти, потом там. И она не дает теперь входу. Все, давайте теперь, смотрите. Зайдите сейчас в YouTube, как вы обычно заходите. Внизу нажимаю, внизу. Нажал. Так, сейчас я увижу и скажу вам. Тут задержка идет, потому что закачка идет у вас. Ну да. Так. Закачка у меня идет почему? Как раз то качаю, которое мы разговаривали. У меня там 3 ролика и тоже... Нет, я, кажется, уже ужал. Без ужатия больше ставить не буду. Для меня это морока ужасная. Я с утра ничего не могу сделать. Не с утра, а с ночи с глубокой. Считаю, с 2 часов ночи я ничего не сделал. Нету? Жать нет, все, нет, где выбор, который вот прямо написано там что. Все, я все вижу. Картинку давай, выбрать. Это, давайте, не торопитесь. Я все вижу, сейчас я скажу вам, что надо сделать. А что делать? Теперь... Искать надо ее. Теперь. Где? Нет, теперь смотрите. Видите, сверху, вот там, где всяких у вас Мой мир, что-то Яндекс. Но. Видите, слева сверху. И вот там справа есть YouTube. По, ой, вот где-то ближе к центру. Вот но. Яндекс, Мой мир, форум. Но во свете Библии. Ну, я всегда. Все, нажимайте на нее. Нажимайте. Ага. Мое лицо вот это уберите, которое вот видно его. Этот, сдвиньте куда-нибудь его. Лицо. Ну вот я убрал влево. Да. Теперь на значок, который вот там, где лицо мое было, там ваш значок вашего лица. Где было. Ну, где я там в кружке стою, да? Да. Я нажимайте. Боюсь его трогать. Если я его трону, я не могу потом войти никак. Я вообще теряю весь нет. YouTube. Я с вами же, с вами, я вам верну ну, назад. Там у меня 2 почему-то открытых канала, второй маленький. Я с него не могу вообще зайти на свой. Я прошлую неделю маялся столько я потерял время. Мне время, главное, это время. У меня время. Ну я же с вами, ну, с вами. Я нажал. Нажал. Я только каждый раз говорю, чтобы не было хуже, вернусь на прежнее. А меня бросают, да. забыли, но я сижу. Сутки ни одного ролика не выставил. Нажали? Нажал, но не, нажал, а толку нету. Так, ну нажал, так, что дальше?
Сейчас что, ничего не вылезло пока? Вылезло, канал во свете Библии. А, вот, вот, творческая студия, творческая. Сейчас еще нужно? Творческая студия YouTube. Творческая студия. Вот, нажал. Да, нажимайте. Да. Сейчас ждем. Да, дальше что? Мне на комментарии надо выйти, как было. Но я знаю, что там столько гадостей, я ничего не могу убрать. Вообще не работает. Никак. Я... Сейчас мы вот это сделаем, и я вас выведу на комментарии, и я ставим это, будет у вас комментарий постоянно. Чтобы комментарий всегда был. Мне комментарий это главное почти, потому что столько мерзости, я не могу не убрать ничего. А у меня право это... Все сделаем, сделаем. Не беспокойтесь, сделаем мы это, сделаем. Сейчас последовательно только. Ну давай. Ага, вот так, смотрите, слева. Да. Слева, видите, такие всякие иконочки, квадратненькие. Ну, вот да. Вторую надо нажать, вторую. Вторую сверху. Она, как вторую, еще написано там, видео. Вот это, да. Нажал. Так. Вот. И вот, видите, тут видно вот эти, которые ограниченные, вот. Которые вы закачиваете. Да. Вот, вот, вот. И сейчас я посмотрю, который из них... Чуть-чуть ниже прокрутите, чуть-чуть. Чуть-чуть вниже. Ну, чтобы это... Ну, чтобы они выше ушли. Да, вот так. Вот. Во-во-во, вижу. Все. Вот видите? Здесь вот... Посередине, видите, там есть надпись 14 мая, видите? Вы лучше, знаете, под картинкой называйте мне продолжительность, тут тебе дать 3.56 и 32.53. Вот, все три верхние, которые есть, да. Там вот есть написано отключено. Видите? Ну, отключено. Отключено. Да, вот надо нажать и написать включить. Нет, вот подождите. Изменить в классической версии творческой студии. Не-не-не, это не надо. Это кликните на любое пустое место, у чтобы меня это. Да, такое, вот уберите. Включается она не здесь, а вот ограниченная где? Вот, ограничено, да. Да. Вот это. Вот это. В ограниченное я вхожу. Я сделал так, что доступ по ссылке я делал вам. Вот, сейчас нажмите, видите, не включено это. Сейчас нажать какой? Доступ по ссылке? Да. Нажал. Теперь сохраняю. Сохранить. И теперь надо у всех вот этих видео, которых вы выложили, вот эти, которые... где вот это есть? Так. Вот здесь включено. Теперь ниже еще там есть видео и выше. Это тоже, которое вы мне прислали. Да. Надо везде включить это. Что-то тут и картинки-то нет ей. А она еще не закачалась. Ну тогда ее трогать не надо. Вот. Наверное, пониже я возьму вот это. Не, трогать надо, это не меняет. Не меняет это ничего. Там включайте доступ также по ссылке. Смело. Ну, доступ по ссылке сохранить. Еще. И вот снизу еще там есть. Внизу, сейчас узнаем. Тут доступ по ссылке есть первый. Вот, я только к нему имею доступ, а в остальных не имею ни к чему. Доступ по ссылке второй. Дальше. Сохранить? Ну да. Доступ по ссылке сохранить. Ну все, все сделали. Так, все теперь есть, да? Ну да. Да. И вот теперь вы можете мне дать дать вот эти ссылки еще раз. Как дать? Ну вот на как бы адреса вот эти. И показать под каким кодом они. Да, вот это под каким кодом. Вы умеете делать? Ну так сейчас я могу это сделать. Вот это три точки, наверное, там нажать надо или как-то. Так, я просто у меня очень... По продолжительности какой открывается? Так, сейчас. 26. Надо самый.
Вот этот уже был у меня, этот есть. Вот этот выше, который? Выше. Да. 30 там, что ли? Да. 32-53. Вот, вот его. 32-53 не открывалось? Нету. Я сейчас ее вам... Не откр... Сейчас я скину. Да, да. 32-58. Сейчас. Сейчас я тут опять размонтирую все, чтобы мне там скопировать, я не могу ее. Так. Ну, сейчас я проверю, она или нет. 32-58. Продолжим задавать вопросы. Да, а, давайте. Да, она мне, да, на вас-то как я выйду тут? Вот, смотрите, вы скопировали, да? Да, я скопировал. А, вот, вот справа, снизу, вот пишет. Сейчас там чат. Ага. Туда. Куда? Мне до сих пор непонятно. Куда обитают ли бесы среди нас на земле? Куда вставить? Сейчас, сейчас написано, очень, что дьявол очень связан, плохо запечатан. Слышно. Видите, ну, как же он лицо мое справа, за богослужением, слева, тогда, слева, толкать людей на грех. Вот ее протыкайте два раза. Кликните вот. На лицо мое. Ну еще, вот это сейчас, которая... Не, нет, слева сверху у вас на экране, слева сверху, слева. Ну а еще два раза ткнуть-то, я ткнул. Два раза сейчас должно открыться, вот. И вот справа теперь снизу, там чат справа снизу. Справа снизу чат. Вот да, вот, 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 он уже открыт у вас. Ну. Правее, правее, правее. Другие параметры. Еще, еще правее. А проверь там. А, вон где, видите сообщение. Да, да. Ну вот так. Так, сейчас ко мне придет. Мне, сейчас посмотрю. Мне проще без этой путаницы. Я их так легко снимаю, скрываю, вверху копирую, отдаю. А так все позакрыто, и каждый раз этот коридорами какими-то, как слепой. Ну это потому, что за, это вы заранее там не было выставлено, мне приходится так делать. Ну, два-то я выставил, а почему он не открылся, не знаю. Вы только в одном выставили открытый до этот по ссылке, а в остальных у вас был закрытый. Сейчас. Все. Я помню очень хорошо, что я открывал. Как она? То ли не сохранение не поставил, то ли еще. Да, 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 да. Это могло быть. Так. Я только теперь что... ссылку да. Другую, вот вы одну дали, а надо теперь еще там есть какая-то, еще видео, и еще ей тоже дать ссылку. Ну и как я возьму, как туда попаду? Сейчас скажу вам. Видишь, как все запутано. Мне легче вернуться на мой компьютер, ну на полностью видно-то, я тут прям мгновенно снимаю все. Вы знаете... Вся проблема в том, что вы в YouTube это сейчас выложили, а можно не в YouTube, а просто мне кидать это. Не через YouTube, а прям напрямую, практически. Ну это надо научить это еще, в этом весь вся проблема. Так, нажмите теперь опять на оперу, ну назад, вот где YouTube был, снизу слева, снизу слева этот кругляшок, о, опера. Еще? Да, 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 да. Нажмите. Я нажал. Так, вот. Теперь. Так, вот это надо. Вот это мое лицо уберите куда-нибудь в центр. Слева, слева. Я по этой никогда не сдвинусь с места. Это очень запутанно. Это, ну, приходится сейчас так делать, потому что приходится исправлять, поэтому. Теперь смотрите, нажмите, видите, вот где цифры длинные идут сверху? Да. 2019, 05, 13. Но. И там стрелка назад, левее. Так. Вот на нее нажмите стрелку вот эту. Нажал, все. Так, да. И вот теперь надо выбрать видео, которое вы мне не присылали. Это а вот 30-20, что ли? Для меня это трудно понять теперь, какое я не присылал. 30-20 прислать, да? Да. Или присылал я 30-20? Нет, 30-20 мне не присылали еще. Вы присылали 32-53 только.
Ну ладно. Тридцать двадцать, тридцать двадцать. Так, все копируйте тут. Да, я копирую. И теперь я опять куда вставлять ее? Теперь вот на мое лицо два раза опять ткните. Неуважительное отношение такое. Ну что, дошло? Так. Сейчас скажу. Да, 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 сейчас дойдет. Ну давай остальные. Тут так, сейчас проверяю. Мы долго это путаемся, время никуда уходит. Надо упростить это в несколько раз, чтобы записано. Все. Записанному я вообще не касался. Вы записываете, делаете, все, все, все. Присылайте картинку, которую поставите, больше ничего не надо. Или сами-то вам не поставить картинку. Ну, мне бы было, конечно, легче, если бы вы мне дали доступ, я бы все поставил сам бы, и все, проблем бы не было. Ну, вот так вот, она каждый раз надо говорить, ко мне присылайте, а я теперь ее как? Да как, поставлю, а потом... Ну, вот, вот, ну, проблема это, да, это трудно. Смотрите, все, давайте я сейчас вам все выправлю назад, как было. Давай, выправлю. И комментарии открою, и комментарии открою. Давай, что делать? Все, назад опера нажимайте слева снизу. Дальше. Сейчас откроется для меня. Теперь там, где цифры сверху назад, также стрелку. Назад. Ну вот. Да. А, так. Мы готовы вот эти вот вопросы. Ничего не выставили, ничего. И у нас на одном месте все стоит. А еще вы... Так, сейчас я вам дам ссылку. Сейчас. Все, у меня закачано уже. Я вам сейчас дам. Копирую ссылку. Так, сейчас я отправлю вам. Я вот сейчас вернулся с главпочтамта в Ульяновскую область. Пришлось полный комплект отсылать книги. Так, вот смотрите, видите, ссылка? Я вам кинул. Справа снизу вылезла. Она вылезла и ушла. Ее нету. Тогда опять два раза на мое лицо. А ну-ка я попробую другому. Ну ладно. Ну можно так, это разницы нет. Так. Вот тут написано, ответ на вопрос номер 3. Да, вот нажмите. А теперь тут скачать надо. Да, теперь снизу скачать. Вот нажал. И вот она скачается, когда? Вы ее когда выставлять будете? Там картинку вставьте, которую вот я же вам присылал. Ну, да. Ответ Познера там написано. Третий номер. Да, да, да. Каждый раз нужно картинку и говорить, какую ставить. А я ставлю... А оно неправильно. Я не знал, что вы скачаете вот то. Так, ну все тогда. Теперь давайте назад в оперу. Еще тут закрывать все. Вот оперу, слева снизу о. Я нажал оперу, теперь надо мне войти туда, на свой экран. Давайте перечислите, что вам надо, чтобы у вас всегда было открыто. Ну, вот перечислите сейчас, мне. Сейчас тогда все позакрываю. Да, зайду. Вот тут красно, что-то все закрыто. Что она на рамкой так красная окрутила? Все, это можете закрывать. Так, а что у меня вокруг красная рамка-то появилась? Это не ладно, наверное, или ладно? Нет, ничего это пропадет. Пропадет. Ну вот так. Теперь мне что нужно? Посмотрите, я как делаю. Вот захожу. Давай. В менеджер видео. Да. Сейчас она мне его откроет. Дальше. Открылось. Вот тут я начинаю утром замки снимать, выправлять шрифты. Дальше идет здесь. Вот опять ничего нету.
А у вас были тут надписи, да? Надписи, комментарии, тут все было, все по-другому делается. А вот смотрите, комментарии, это вот, Вот я это вот это. нажал на кнопочку. Вот Вот это теперь так вот выглядит. это дальше появилось опубликованное, она не работает. Она проверки работает, опубликованное вот сейчас дергает, дергает, там какая-то полоса черная через экран бегает. Все понял, понял вас. Нет, Сейчас сделаю. мне опубликовано необходимо вернуть. Я без нее совсем никакой. Все, 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 сейчас, сейчас я Это у себя посмотрю. кто-то ключи отобрал, я не могу зайти. Сейчас сделаем. Я у себя сейчас посмотрю, как Вот это сейчас сделать. лошадь какая-то пополам перерубленная появляется, все. Там два мужика ее разрывают. Так. Вот на меня нападали какие-то, кто там, роботы, роботы, боты, там, не знаю. Ну, прямо каждый день не меньше полсотни. И никто не мог ничего сделать. А Сергей парализованный сделал. Перекрыл. Да, да, можно. Так, сейчас. Вот это тоже надо научиться, как перекрывать. Ну, как бы, это все, знаю, этот, Сергей же делал у вас через удаленный доступ, он брал доступ к вашему компьютеру и перекрывал. Если вы будете, если вы можете дать мне доступ, я вам тоже это все перекрою. Я просто не могу вам это через, я по словам понял, передать. Понял, все, Вячеслав, дело в том, что сейчас у меня их нету, роботов-то, нет, он перекрыл. Сначала проникали, проникали, а потом он говорит, еще сделаешь что-то, и сделал, и перестали. Все, ни одного нету. Уже года два ни одного нету. А я когда убирал их, 1500 убрал только. Ага. Так. Сейчас. Сейчас у меня нет, все нормально. Вот только вот это вот опубликованное. Нету и все. Вот, вот это... смотрите, слева видите значки, да? Слева. Вижу. И там вот есть такой значок, шестеренка такая. Но... Нашел. Вот на нее, на нее, на нее, да, да, да. Нажать? Да. Настройки. Ну еще. Так, сейчас я увижу. Она пока ничего не дает, просто черная полоса бегает и все. Да, это скорее всего из-за того, что закачка идет. Давайте так сделаем. Нажмите сейчас отмена, отмена. Отмена. И надо сверху, вот сверху, видите, много-много значков YouTube. Значки такие красные, много. Ну, закрыть? Вот все надо позакрывать. Ну, все-то я не закрою, это иначе... Сейчас мы их опять откроем, просто Смоленск. Тут много, чтобы под Москвой карта не грузилась система. Но у меня открытая, я не дослушал ролик тут. Нет, вот именно ютубовские, вот эти вот справа, начинайте справа самого. Ну, давай справа начнем. Да. Ну вот это вот, которое было раз. Вот это да, вторая. Закрывайте. Вот это мы разговариваем три. Так, это я не трогаю. Три щит у меня второе. Вера, надежда, любовь этот. Илья там что-то делает. Ну вот и все. А другой там индекс, Яндекс, это переводчик, я его оставляю. Да. Так, теперь... так, теперь опять попробуйте настройки нажать. Да. Слева да, значки где? Нажимаю. Ничего, два, ничего не идет, да? Да, черная полоса бегает слева направо. Ага, отмена тогда, отмена. На отмену можно. Я сейчас посмотрю, что у меня закачивается. Сейчас гляну. Какой там результат. А вот все, последняя обработка завершена. Все. У меня ничего не закачивается больше. Ну все, хорошо тогда. Сейчас сделаем. Так, классическая версия. Сейчас. Сейчас посмотрю. Выйдите. Все, это можете уже закрыть же. Что, вот это я открыто-то? Да, да, ему уже не нужно. Не нужно, закрыл.
Ну, это у меня мой мир, форум у меня все время открыты, они должны быть. Да, вот теперь, так, зайди, сверху зайдите, видео на канале, сверху. Ну? Видите, сверху там. Ну. Вот, видео на канале, да, нажмите. Ну вот. Вот оно так. Осталось такое тут, оно сразу на PageMaker уже заведено. Так, смотрите, теперь слева, значки идут слева, и там сразу такой человечек снизу слева. Так, подождите. Значки, которые слева вертикально. Да. И там человечек. Какой человечек? Ниже. Ниже тут. Нет, еще ниже. А, подожди. Не, вы вот этот не трогайте, просто вот ниже. Ниже, вот дальше ниже, да. Дальше. Вот это. Нажмите вот это. У меня срочная проблема решить, которая будет проще в классической версии. Нет, это тут все, пропустить нажмите, пропустить. Пропустить, дальше. Так, сейчас ждите. Сейчас он изменится. А трагедия в Шереметьево. Я ее заменил, она что-то тут не заменила. Так, вот вам такое, у вас так было до этого? Посмотрите. Ну, вот так и было. Выглядело оно так? Да. Вот я дальше панель управления нажимаю, нажать. Вот как вы раньше делали, нажмите. Да, вот я делаю панель управления. Вот я нажал. Так, она... Теперь я маленечко ее сдвигаю, вот так, сейчас. Ага. Панель управления, подожди-ка. Менеджер, панель управления. Прямая трансляция, что-то тут нету. Вот смотрите, видите, уже идет... комментарии идут вот тут, посередине. Ну да, вот так и было. Вот. Вы тут знаете, как обращаться уже? Абсолютно. Я тут сейчас наведу такой шорох, тут все полетит. Вот, теперь вы просто вот эту страничку, ее никогда не закрывайте, она у вас будет всегда открыта. Я так, а и, когда... я так и делал, и она ушла. У меня не закрывается, я боюсь закрыть. Я ее не закрывал, и она не закрыта, и у меня работала несколько дней, а потом исчезла. Я завод, все, теперь... Приехал теперь... программист... Покрутился и говорит, наверное, на студии что-то делают. Да вот, все мы настроили, видите. Теперь так и будет. Но как только, если что-то изменится, вы сразу мне пишите, сразу же. Я, чтобы вы там... Я нужен? Что? Я сейчас скорее буду рубить здесь. Все, я вам больше не нужен? Да, а еще дальше-то у нас, когда будем насчитывать-то? Разговор. Ну вот, так, получается, послезавтра? После, так вы мне эти выставляете, которые ролики там взяли-то. И потом я. Конечно, еще... я их обрабатываю еще. Они этот. Это много времени занимает. Обрабатываю. Я как только их обработаю, я вам дам. Так, а потом, я вот тут, которые мы разговаривали, я эти тоже смотрю, это у меня ролики закачаны. Вы их посмотрите, я поставлю когда. Я не так, так я уберу, или вы заберете их. Я их открытые сделаю. Ну вот эти, от которые вы сделали по ссылке-то. Да, там вот впереди. Ну, перед этим мы там что-то какой-то. А, ну это можете открыть, это разницы никакой нету. Я все равно и так их заберу. А вы это смотрите, потому что это с вашим участием вы полностью тут командуете. Ну ладно, я отошел на это, займусь сейчас. Все, да. Обязательно, если возникает проблема, вы пишите, чтобы я знал. Пишу. Чтобы я мог вам помочь. Хорошо. Чтобы я знал. Благодарю. Все, мир вам, все, давайте. Миром.